Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Не тільки дітлахам важко переналаштуватися і перейти від свят до нової робочої навчальної чверті, але і дорослим було дуже важко сьогодні прокидатися із думкою про те, що, власне, починається робочий тиждень, ще й такий тривалий. Як перейти, пересилити себе і з гарним настроєм вирушити на роботу після тривалих свят, про це ми дізнаємося від нашого експерта. У нашій студії практичний психолог Світлана Дабагян. Доброго вам ранку. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, дорогі телезрителі. З яким настроєм ви виходите сьогодні на роботу, починаєте працювати і, до речі, свій день починаєте в нашій студії? Ну, ви знаєте, що стосується мене, то я уже себя знаю, и когда просыпаюсь утром, у меня есть состояние «никому не здрасте». Вот, поэтому я стараюсь проснуться немножко заранее, потянуться, как бы прийти в себя, возможно, сделать какие-то утренние процедуры, и потом плавно-плавно входить уже в такой ритм жизни, рабочий день. Але скучили за работу? Чи хотілося ще посвяткувати, повідзначати, побути на канікулах? Ну, эти праздники, эти каникулы в нашей семье были такие очень спокойные, размеренные. И можно сказать, что даже я уже соскучилась за привычным ритмом. Але чимало людей, и дорослих, і малих сьогодні ще почали вчора ввечері сумувати з того, що свята завершуються і треба приступати до своїх обов'язків навчальних чи робочих, особливо дітки, але й дорослі не дуже раділи з цього. Да, так і є. Чому це відбувається? Чому ми не хочемо прощатися із святами доволі тривалими? Мне кажется, здесь очень важно воспринимать человека как такой целостный организм. И у нас все связано. И наше физическое состояние, и наш ритм жизни, и наш эмоциональный настрой, и наши чувства. То есть все взаимосвязано. И если говорить о том, что такое новогодние рождественские праздники, то это некий сбой в нашей привычной системе. Что я имею в виду? Новый год мы до 12 часов не ложимся спать. Мы ждем этой торжественной минуты, у нас много эмоций, мы можем петь, танцевать, отдыхать, играть в игры, вот, много кушать. И потом немножечко приходим в себя, и потом наступает Рождество, и, в общем-то, нечто похожее. Мы ходим друг к другу в гости, носим вечерю. Вот. И здесь очень много, с одной стороны, мы говорим, это праздники и отдых, но с другой стороны, здесь очень много таких затрат нашего организма в целом происходит, и теперь нужно отдыхать после праздников. Вот. И если говорить, что же все-таки более здорово для нашего организма, то, на мой взгляд, и по мнению врачей и психологов, конечно, такой размеренный ритм, привычный график, он гораздо более здоровее. И сейчас люди, тоже очень много моих знакомых, близких, родных, говорят о том, что, ой, как мы устали от этих праздников, вот, хочется в спортзал, хочется на работу, хочется такой же действительно график обычный, нормальный выстроить. Але я знаю и дорослых, не только юных школярів, які не хочуть просто в школу, бо їм не хочеться навчатися, але дорослі просто були на межі депресії, не хочуть на роботу виходити, хочеться ще більше з сім'єю побути, приділити уваги дітям, хочеться переосмислити якісь проблеми або якісь події, які відбуваються на робочому місці. І просто, я ж говорю, на межі депресії. Чому так? Здесь ще, мені кажется, важно обратить внимание на то, что Новый год – это некий рубеж. И мы все, мне кажется, без исключения ждем некоторого чуда. Ждем, что кто-то совершит для нас это чудо. Или мы сами совершаем чудо в своей жизни для своих близких, родных. И новогодние праздники закончились, и человек встречается с тем, что никаких изменений не произошло. Да, были подарки, были приятные сюрпризы, но внутри нас, в нашей душе, в наших планах, возможно, ничего не изменилось. И это человек может чувствовать действительно как депрессию, как то, что ничего не происходит. И здесь, мне кажется, как с этим быть, нужно понимать, что до тех пор, пока мы только мечтаем и ничего не делаем, в нашей жизни вряд ли будут происходить какие-то серьезные изменения. И есть очень такая хорошая традиция писать планы на Новый год, то есть составлять планы, что же в этом году будет. И это касается разных сфер. Это касается сферы здоровья, это касается сферы работы, сферы карьеры, сферы отдыха, сферы общения, сферы семьи. И когда мы себе ставим четкие
цели, четкие планы, и пошагово понимаем, что нам нужно сделать для достижения, то у нас появляется некая такая почва, некая основательность под ногами, и тогда мы понимаем, что мы не предаем себя, мы не предаем свои принципы. Потому что действительно, когда мы живем в каком-то ритме на работе, когда мы строим карьеру, нам не хватает времени для близких, родных, для теплых отношений. Когда мы сейчас не ходили на работу, находились в своей семье, нам очень сложно опять начать напрягаться, что-то делать. И мне кажется, что здесь вот самым таким важным моментом является некий баланс между внутренней дисциплиной и спонтанностью. Потому что если мы будем очень задисциплинированы, то есть мы будем следовать четко графику, распорядку, у нас не будет жизни, мы будем похожи на роботов. И человек тоже начинает ощущать такую, ну, как будто энергия его не течет, она остановилась, застоялась, нет хорошего настроения, нет радости в жизни. Если же у нас сплошная спонтанность, мы ничего не планируем, то мы тогда ничего не добиваемся, то есть, ну, плывем по течению. И вот здесь, мне кажется, важно найти вот это равновесие, такую точку баланса, где бы нам было комфортно. Скажите, пожалуйста, какие-то негативные наслідки ось такого стану незрозумілості, перехідного стану могут быть? Чи це, ну, такие какие-то просто настрої, які починаєш працювати, і вони залишаються десь позаду? Ну, є определенные закономерности, потому что наш организм, он тоже со временем изнашивается. И если в юности мы очень легко переносили там неспанные ночи, и большие нагрузки физически, эмоциональные, то по мере того, как мы взрослеем, и у нас уже меньше сил, у нас уже меньше такой выносливости, устойчивости, то мы можем болеть. То есть очень часто суициды, суицидальные попытки тоже происходят именно в период как раз после новогодних праздников, в период января-февраля, потому что здесь и природный такой аспект, не хватает солнышка, не хватает тепла, в спячке находится природа, мы очень природные существа, мы очень зависим от этих состояний в мире. И здесь очень важно, чтобы мы, зная, то есть чем больше и лучше, глубже человек себя знает, тем лучше он может предупредить, предугадать, позаботиться о себе, о своих близких. Вот. И действительно выстроить такой график жизни, в котором бы нам было хорошо, уютно, гармонично. Дякую. Давайте ж дізнаємося, як виходити ось із таких негативних станів. Але спочатку я хочу показати вам, ми поцікавилися у миколаївців, як вони долають ось таку післясвяткову депресію. Давайте подивимося. Зависит от того, сколько было употреблено вами. Если вы сильно много переборщили, переели, перепили, то лучше вообще отдохните, потому что вся физическая нагрузка в дальнейшем пойдет вам только во вред. Это вообще не вопрос. Это вопрос действия. Приходишь и занимаешься. Меньше пьешь, больше тренируешься. Работа – это святое. На работу всегда надо выходить. Ну, почему? Если режим есть, как бы вот раньше установили себе график, с настроением. Ой, это тяжело. Например, мне это было тяжело, а финансово тоже, морально и вообще. Вспомнить о хороших моментах и как-то настроиться на работу. О, это в моем случае. Я на Новый год, ну, не знаю, надо вылежаться хорошо и водочку сладенькую попивать. Это мой совет. Ну, недельку отдохнуть, потом на работу. Мало корисних порад ми дізналися від миколаївців, одна з них – відпочинок після відпочинку. Наскільки ось ці поради дієві? Мені кажется, що тут не потрібно робити якогось серйозного ривка. Потому что, как я уже говорила, что если у нас была такая большая нагрузка на новогодние рождественские праздники, то действительно этот выход должен осуществляться таким плавным, естественным путем. Хочется сказать, что те люди, которые были в поездках, у которых было много впечатлений, переключений, кто вел активный образ жизни, катался на лыжах, на сноуборде, то мне кажется, что для них это, ну, как-то
такой более легкий переход, чем для тех людей, которые вот много кушали, не спали, много пили, да, вот это действительно такой стресс и нагрузка. Поэтому сейчас действительно важно подумать о том, как привести в норму, в порядок свой организм и с точки зрения физической, с точки зрения психической, психологической. Скажите, плавно, чи як говорила героиня одного з відомих фільмів, в сім'ю, колектив, в роботу, побільше навантажувати себе, чи поступово, от понеділок щось одне, у вівторок щось друге? Я думаю, що це касається кожного чоловіка в окремості. Ми всі дуже різні люди, і чим краще, чим глибше ми себе знаємо, тим більше у нас є таких рецептів і розуміння того, що для нас буде добре. Дякую, Світлано. Я бажаю вам приємного продовження дня, доброго ранку, і ще буде чимало святкових днів, тож веселих свят. Дякую.